Женский вопрос, мы поговорим о таком массовом явлении, как мужская измена. По статистике, изменяет своей супруге каждый второй мужчина. Острые проблемы в семье, Зай, стоит вопрос о том, я же у тебя как первый. Распознать. Помнишь, нет? Впрочем, распознать мужчину, который изменяет своей жене, легко. Ты мне изменял. Ты чего взяла-то, ты что? Нет, конечно. Смотри, австралийская панда родила в неволе. О, целая статья вышла. После вопроса об измене, мужчины стараются сменить тему разговора. Часто мужчина-изменник начинает нервничать и заикаться, разговаривая про измену. Идите вы нахер, понятно? Херню смотрят. Изменник попросту старается уйти от проблемного разговора. И самое плохое... Никуда я не уходил. Вон, за пивасом сходил и все. Пытаются решить все свои семейные проблемы с помощью... алкоголь. Если что, сейчас я в туалет пойду, что, скажут, изменщик срать не любит, что ли? Впрочем, иногда мужчины проявляют завидную изобретательность, чтобы доказать свою непричастность к измене. Только отдай пульт, я тебе скажу. Переключи там, он Сатурн с локомотивом играет по спорту. Да не люблю я футбол. Переключи, я говорю, дебильные программы сидит, смотрит. Что в углу надо писать? Дебил ТВ. А что ты так раздухарился? А ничего! Раздухарился он! В отличие от мужчин, женщины-изменницы ведут себя спокойно. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Распознать жену-изменщицу очень просто. Подмочил локомотив Сатурн. Ядрёна кочерышка.